Межа. 25 минут до начала первого тайма. Стадион набирается, и это не случайно. Миллионы фанатов следят за этой игрой, где в любой команде для фанатов есть свой герой. И для любого игрока команда — это семья. Он за нее будет стеной стоять, и это не зря. Победа или поражение, какая разница? Через боль за команду будет стоять до конца. Тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Нарабатывается домашняя заготовка, воплощается в гол, она на игре. Миллионам фанатам такое по душе. И важнее всего твоей команды победа, чтобы от соперника не осталось и следа. А на последних минутах забит победный гол, и вот такой поворот мы называем футбол. Боль, страх, поражение, победа, сила воли. Ты играешь до конца, забывая о боли. Простые роли, ты герой или проигран финал. Ты не сдаешься, бьешься до последнего, ты мечтал. 1-1, нету больше сил, крик стадион. Вперед тебя толкает под речевки этого стона. И с вратарем на свидание 1-1. Замер стадион, тишина, удар 2-1. Футбол — это игра только для мужиков, где нету дураков, а также нету слабаков. Стальные мышцы и физическая подготовка во время чемпионата на учебу забастовка. Одни играют за славу, другие за медали. Одни за деньги, а другие за команду рвали. Тот офигенный финтер, а то штрафные удары. Тот от бога раздает пасы, чтоб те забивали. Одни в защите профи, тот на воротах как царь. А тот вообще легенда, средство за команду играть. Из много чемпионатов, а там разный футбол. Там атлетичный, там техничный, а там два в одном. Но дело не в том, одна команда, те же правила. И всегда одна команда, всеми правила. Футбол — это лотерея, почти всегда везение. И бывает, победитель выходит затмение. Боль, страх, поражение, победа, сила воли. Ты играешь до конца, забывая о боли. Простые роли, ты герой или проигран финал. Ты не сдаешься, бьешься до последнего, ты мечтал. 1-1, нету больше сил, крик стадиона. Вперед тебя толкает под речевки этого стона. И с вратарем на свидание 1-1. Замер стадион, тишина, удар 2-1.